Выпали из окон. За минувшие выходные пострадало еще двое детей. Несчастный случай с тяжелыми последствиями произошел в Юрьев-Польском. Там 5-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа. Около 3 часов ночи мама, которая воспитывает сына одна, вышла из дома на несколько минут. Ребенок в это время спал. Вот самонадеянность, что ребенок крепко спит в ночное время, можно выйти на 5-10 минут, добежать до магазина, конечно, сыграла роковую роль. Ребенок как раз в отсутствие мамы проснулся, встал, увидел открытую лоджию, зашел на нее и без труда забрался по железным прутьям до открытого на лоджии окна и выпал с высоты 5-го этажа. Травмы получены достаточно тяжелые. Сейчас за жизнь малыша борются врачи ОДКБ. Второй ребенок выпал из окна частного дома в Вязниках. Папа, который следил за 2-летним малышом, вышел в соседнюю комнату включить компьютер. В это время ребенок забрался на окно и упал. Врачи констатировали черепно-мозговую травму. Напомним, что только за май это уже 4-й случай выпадения детей из окон. Один закончился гибелью ребенка.